В центральном плавательном бассейне Мурманска впервые проходят масштабные открытые соревнования по плаванию на призы ДОСАФ. В них принимает участие около 300 молодых спортсменов-пловцов. Этот общегородской чемпионат по плаванию на призы ДОСААФ проводится под эгидой спорткомитета Мурманска. В соревнованиях участвуют дети из спортивных, адаптивных школ, а также учреждений дополнительного образования. Первый раз соревнования проводят такого масштаба, потому что в основном проводили только военно-прикладные виды спорта, единоборства, по шахматам провели соревнования. Мы очень рады, что ДОСААФ может оказать посильную помощь и поддержку в проведении этих соревнований. Мы стараемся сейчас изо всей силы поддерживать спорт в нашем городе. Поскольку все вот эти вот замечательные ребята, которые здесь участвуют, когда подрастут, я абсолютно уверен, что они пойдут к нам. В состязаниях участвует порядка 300 мурманских спортсменов с 2007 по 2017 года рождения. Все они имеют соответствующие разряды. Пловцам предстоит преодолеть дистанции в 50 метров любым из известных стилей. Я уверен, что плавание популярно, потому что это достаточно зрелищный вид спорта в первую очередь. Во вторую очередь это он дарит здоровье людям, потому что работают абсолютно все мышечные группы, кардиореспираторная система, особенно у детей в подростковом возрасте развивается очень хорошо. Андрей Сенченко уже 6 лет занимается плаванием. Его любимые стили – вольный и баттерфляй. В соревнованиях он участвует не в первый раз и считает, что они дают отличный стимул для профессионального роста. Улучшение результатов и выполнение разрядов, может, установление каких-то рекордов. Чемпионат на призы ДОСААФ будет длиться 2 дня. Но это не единственные подводные состязания, в которых участвуют воспитанники 17-й спортшколы. В планах руководства также организовать соревнования по подводному плаванию. На старт!